Да, вы правильно отметили, Леха. Леха плуг вчера не почистил. И трактор не продул, Алексей Иванович, негодяй. Сейчас продуемся. Трактор продуем. Оп, весь в пыли. Так, и винт поменяем. Ребят, ты за силовой позиционный регулятор, я ж никому не навязываю свое. Это мне так нравится, я так работаю, и мне хочется, чтобы он у меня работал. А вам, блин, ну кому как удобно, я вообще не против. Вообще не против. Если вы думаете, что я там против. Так. Так, а как же нам его теперь поменять? Поменять. Все, значит, надо вот тут. Что, прям на самый верх ставить? А, ребят? Давайте поставим на самый верх. А сейчас я вкратце объясню. Ну на тебе. Да, по силовому регулятору, там меня спрашивали, куда какая тяга. Я ж, блин, не знаю. Я ж не знаю, куда какая тяга. Вы ж так же... Вот эта вот тяга вот стоит, смотрите, я надеюсь, видно, на гусаке цилиндра, да? Эта тяга отвечает за, ну, позиционный регулятор. Вот эта тяга, которая стоит на пружине, эта тяга отвечает за силовой регулятор. Все, там переключатель внутри, ничего там, в штатной навеске все это есть. Ничего там, короче, выдумывать не надо. Да вообще, я вам скажу, если вы хотите ставить, у Рафаэля там, я смотрел, полный комплект вот этих дел, как оно работает, ну, много версий, не до конца это все изучено, как бы, каждый из нас умничает, что он знает, я научился по-своему работать, так как я работаю, и мне кажется, что это правильно, кто-то научился по-своему работать, так, все, это у нас есть. Пока так, это нам покажет. Так, сейчас продуемся и поедем кататься по огородам. Продуваемся компрессором. У меня есть две продувки, никак я сюда краник не куплю. Это вставляешь, и она сразу дует. Thank you.
Ух, как шлангу уводит, а? Компрессор моща. Ребят, ставок, здесь дамба, шлюзы были, я еще шлюзы помню. Ставка уже не помню, а шлюзы помню. А теперь все в камыше, он был искусственный. Да это речка, ну, насколько я понимаю, как бы прорыта искусственно. Ну, речка была, сейчас одни камыши. Высыхает вода. Нет он. Воды с каждым годом все меньше и меньше. Кто-то сенокосы еще выкашивает, следит. Видите, площадочка. А кто-то уже и не выкашивает. Раньше трали за сенокосы. Какая-то вода мутная. Или бутылка такая. Бутылка такая. Прокосил кто-то. Камыш. Так, въезды на огородики, но в основном уже камышом позарастало. Тут раньше все было сенокосы. Здесь будем огородную спаковать. Когда нету, заезжаем, да, по краю соседских сенокосов, огородов. Самое на огородах страшное, это упасть в чью-то копанку. Были случаи, видел я. Так. Пациент. Смотрю, у соседки глыба. Блин, не хочется глыбу сделать. Сейчас будем регулировать. Забыл, редко у матери бываю. Блин, у соседки плохо вспахано. Надо, чтобы грядочка была.
Второй пас. Так. И передок нам включаем. Поехали. Встрять. Так, могли бы выворачиваем. Ребят, без колеса, ну вернее, оно сейчас у меня не работает. Поработал уже с силовым и позиционным регулятором. Сейчас расскажу его преимущества. О недостатках пока говорить не буду, потому что я их пока не нашел. Недостатки только в других работах есть, а по ходе недостатков нету. Значит, смотрите, даже в нашем глыбы какие огромные, но ни одного прохода не видно. Вы не найдете. Все перекрывает, ничего не перекидывает, ни не докидывает. Хожу я, конечно, скоростью 10 километров. Значит, что мне нравится?
получается, когда ты начинаешь пахать, начало, да, тебе не надо ждать, ну, не надо это расстояние для разгона, так называемое, блин, это заканчивать огород, когда у соседей уже спаханы не очень хорошо. То есть ты практически начинаешь, вот видите, где мне надо, там я и начал. Опустил, он сам там догрузится. Так, я хотел чуть-чуть тут медленнее пройти. И плюс ты можешь его глубить с кабины. Надо чуть ниже опустил, там надо чуть выше. Но я смотрю для себя в своем, ну, в своем огороде, как мне надо, так и делаю. Но я приеду еще, наверное, дисками сверху, да, пройду, разровняю. Тут у соседей буду работать. И то, ну и тут сделаю. Ну, либо Леха приедет. Уже потом, когда попашем. А сейчас я иду 7 километров, но вообще хожу 10. И вот когда вы заканчиваете загонку и бугорок у вас, вот эта штука тоже очень спасает. Вот следите. Мне просто надо вперед смотреть. Плух вымеляется, он как бы не лезет аж туда, куда ему не надо. Поняли? Понимаю такого, что трактор вот так стал и плуг вниз. Нет. Тут насчет этого, конечно, очень круто. Ну я никого не ношу, не. Не, на пониженных это убийство. Так, ну сейчас я тут еще разок пройду, чтобы потом дисками разровнять. И покрутишься на этих огородах. Сейчас сделаем там, ух, натопчем с вами след. Вообще вот так делать нежелательно, вы весь мусор на огород закидываете. Но зато нет рва, которого надо разрабатывать. У людей, ну, я делаю так, как они просят. Без всякого. А у себя делаю так, как мне интересно. Так, как мне хочется. Так, как я считаю нужным. Ну, проходов нету, не видно. Так, и самое любимое мое. Поехали. Люблю.
люблю в камышах ездить. Главное, никаких ни пеньков, чтобы не было. Я тут второй раз выезжаю. Себя там дома уже знаю. Потихонечку, лучше не спеша. Ух, какая-то ярко. А, оно не вытоптало. Это у нас с дисками, когда буду вытоптать здесь. Вот так вот, ребят. Вот такая вот у нас похота монотонная. Ну, следующие огороды смысла показывать нету. Вот такой вот ролик. Понравился, не понравился. Здесь мое детство прошло. Через этот мостик прыгали, бегали. Пошли посмотрим, есть там хоть водичка, ребят. Как раз надо и зеркала скрутить. Но я не скрутил, думал, что-то что. Тут у нас порядок. Деревьев нету. Деревья оказались. На улице прохладно. Оп. А, вода еще есть. Я тут лет 10 не был на этом мостике. Не приходил сюда. О, идти можно. Ручки даже кто-то поделал. Кто-то занимается. Это, наверное, с тех жителей, которые с той стороны. Ну, такая речка, так себе. Государственный бы проект, да прочистить ее на всю длину. Когда-то делали в 80-х годах, я так понимаю, этот канал чистили. Было старое русло там. А это новый. Ну, не чистили, а новое сделали. Все, пока, ребят. До встречи на канале.